Сними Бравл Старс. И правда, почему бы не сделать видос по этой игре? Всем привет, подписчики и гости моего канала, с вами я, Варас. И в этом видео, как ни странно, мы с вами поиграем в Бравл Старс. И это, кстати, еще обзор моего аккаунта. Вот, первый обзор на канале. Поехали. Из бойцов у нас есть, конечно же, тиктокер, брокколи и, конечно же, тараканчик. Но если серьезно, то у меня на аккаунте 39 бойцов из 46. Раньше было с 9 из 45, пока не вышла Белль. Вот. Последний боец, который мне это выпал, это было Калет. Но Калет мне не особо нравится, мне больше по душе это боец Лу. Очень хороший боец, советую всем его выбить. Также у меня есть легендарочка Ворон. Вот. И на аккаунте у меня есть на большинство бралеров скины. Вот. Есть дешевые, есть за праздники скины. Есть, которые я покупал. Это у нас архивный скин есть. Есть Динамайка у меня тоже скин. 2018 год. Вот тоже за пенни дорогой скин. По-моему, стоит 70. Это гемов в магазине. Ну и, по-моему, скины, которые тоже дорогой у меня в наборе, это скин на Спраута. Вот за 30 гемов покупал. Тоже за 30, по-моему. Также хочу прорекламировать свой клуб, который, к сожалению, у нас не очень активный. Вот, в клубе всего лишь 9 участников. Клуб называется Класс Про. Вот, тег клуба. Типа открытый, можете заходить даже с нуля трофеями, вот. Особо активные игроки это я, Андрей, Антон и остальные у нас это особо АФКшат, начиная с Ниндзя, заканчивая до Дениса, очень редко заходят в игру. Вот, было очень приятно, если бы присоединились в мой клуб. Как раз у нас сейчас идет шестой сезон Банда Золотой Руки. Естественно, было по сумме нет, потому что я бомж. Также вышел режим нокаут. Еще были режимы. И силовая лига. Давайте в нем сыграем. Видите, я уже получил значок. И хочу получить две свои награды. Пробовать выиграть 100 раз 50. В одиночном. Надеюсь, у нас попадутся нормальные противники. Очень. Да. Не люблю быть командиром. Что у нас за карта? Ну ладно, даже не знаю, кого запретить. В принципе, смысл. И какой робот отключился. Да, такое тоже бывает. И я снова капитаном стал. Попытка номер 3. Ограбление. Живит капитан команды. И что на этот раз никто не выйдет. Вот и мы сможем нормально сыграть катку. Но я обычно предпочитаю играть либо за Джесси, либо за Барли. У меня 10 сила, только они. Остальные не особо прокачанные. Ладно, будем думать. Поставить там Динамайк какого-нибудь там. Ладно, буду играть за метателя. Отлично. У них тоже тик, но у них все 7 силы пока что. У нас по... команда более сильная, более прокачанная. Just do it. Выбрал. Ну, это вроде будет легко, надеюсь.
Последнее приготовление. Ничего сложного не будет. Так, уже тик нас нападает. Все, закидываем. Подожди, мы ему уже снесли. Так. Даже 2 минуты не прошло, мы уже много снесли. Так, мистер Квин мне назарился. Ой, я еще как-то выжить усмог. Да, это было довольно легко. Так, раунд номер 2. Кстати, у нас Дэрил с кином из прошлого сезона. О, у нас все, Джесси уже слилась. Так, я сразу Дэрил помогаю. Дэрил кое-как нанес урон. Джесси даже не пытается по ней попасть. Но команда очень слабенькая. Эту штуку надо тоже сломать. Но мне не нравится. Так, Дэйл, давай. Все, Дэйл у нас умер, но, в принципе, я могу, в принципе, справиться и без него. Все, 5 штук, я просто закидываю. И все. Ничего сложного не было. Джавид лучший игрок. Отлично, поднимаемся. Вот как-то так получилось в этом ролике. Если хотите больше роликов по Brawl Stars, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Так, максимальный ранг, который я доходил, это, конечно, был 22-й. Вот, но большинство, кто я набирал, сразу же сливал. Покус литый, Шелли более еле-еле, вот, Коль слитый, Бул слитый, поэтому очень доволен. Вот, Тик тоже слитый. Да, это вот довольно сложно, но надеюсь, вам таким форматом тоже будем думать. А с вами был я, Вагас, всем пока.